имени Владимировича Ленина. Он, товарищ, пожалуйста, подготовиться к товарищу Габову. Сказал, что это спортивно, но я думаю, что если вы оцениваете ситуацию, которая сложилась, то вы прекрасно понимаете, что принципы выбора мы уже выиграли. Вопрос только в том, выиграли ли больших голосов. Потому что на самом деле месяц назад, 4 декабря, мы, к сожалению, тоже выиграли выборы, но больших голосов проиграли. И понятно, что против нас будет работать, а с таким кандидатом у меня нет сомнений, что мы выборы выиграем. Все силовые структуры, все властные структуры. Вопрос только в одном. Те, кто должны прекрасно понимать, что те люди, которых, на которых якобы опиралась власть, они голосовали за Коммунистическую партию Российской Федерации и за Геннадия Андреевича Зюганова, как ее лидера. Потому что всем надоело то, что происходит в стране. И все прекрасно понимают, что для того, чтобы Россия действительно была великой на словах, а на деле, нужно, чтобы курс поменялся. И из всех политических партий, только у одной партии, коммунистической, есть реальный путь выхода из кризиса, есть реальная программа. Вообще, на самом деле, есть реальная идеология, потому что все остальные партии идеологии не имеют. Геннадий Андреевич – это человек, который эту идеологию вынес всех. И я думаю, что мы, если правильно донесем до людей, именно для беспартийных, потому что членов партии, как вы помните, немного, а очень много в стране беспартийных, если мы правильно донесем до наших людей, до людей, которые действительно они не безразличны к судьбам России, нашу идеологию, и то, что Геннадий Андреевич – это человек, который может выполнить то, что он обещает. А ведь, посмотрите, все обещания действительно реально выполнимы. И национализация богатств, и сдерживание роста ЖКХ, и обеспечение рабочими местами не тем, померное обеспечение 25 миллионов каких-то модернизированных рабочих мест, а реальное обеспечение рабочих мест наших граждан. В этом случае страна действительно станет великой. И все это люди уже понимают. Осталось только правильно посчитать голоса, выйти во второй тур, а там у нас сомнений в победе точно не будет. Поэтому, Геннадий, я надеюсь, что мы вместе победим. Спасибо вам большое. Спасибо, Геннадий Андреевич.